И поярче. Так, значит, тут у нас все готово, в принципе. Какие у нас еще разделы такие? Так, здесь везде вертикальные фотографии, документы. Еще один документ, инструкция. Тут так, пациентам пусто пока, доставка акции. Тут все вертикальное, ромашка, контакты, видео, понятно, новости. В тегах вопросов я, конечно, бы тоже вот это взял бы, вот эту схему. Иконки социальных сетей в шапку между телефоном и поиском. Есть вопрос, ответ и отзывы. По два отображается. Добавить фото отвечающего врача. Есть поля. Имя, город и адрес доставки. Надо что-нибудь заказать. Да, вот он переходит. А надо, чтобы купить сразу было ссылкой. Добавление в корзину. Так. Мотаем дальше. Город, адрес доставки, телефон, почта. Хлоп, добавили. Заходим. ФИО, город, телефон, почта, адрес доставки, реквизиты. Город и адрес доставки, да? Это выполнено. Что это такое? Посмотрите. Понятно. Можно вот эти ролики повыкладывать просто. Понятно. Это в раздел ромашки. Это все закончено. Значит, общая концепция сайта. Самое главное это продукты. Нужно что-то придумать. Вот, да, пример технического задания. Это мы все правки дополнительные смотрели. А то, как выглядело техническое задание с самого начала. Первое. Общая концепция сайта. Нужно дать описание того, для чего вы будете делать сайт. Зачем он нужен. Что на нем будет. И выделить при этом важные детали, на которые нужно уделить особое внимание, отразить это и в дизайне, и в функционале, и как-то, в общем, продумать дополнительно. Итак, вот что для нас самое главное? Это продукты, конечно же, их продажа. То есть надо что-то придумать, чтобы все продукты можно было видеть одновременно на главной странице, распределенной по группам или по брендам. Подвижный модуль на главной странице с продуктами. Реализовано это интересно вообще или нет? Но мы решили сюда выкладывать только новинки акций, да? Может быть сделать вот как, я вот тоже склоняюсь в Леопласте, что главной странице должны быть продукты. И на Леопласте посмотрим, по-моему, там аналогичная ситуация. Да, реализовано. В общем, основная цель продавать через сайт. Должно быть все просто и удобно. Состав главной страницы и структуры. Шапка. Всегда должно быть что в шапке. Смотрим, как-то мы так их сократим. Вот так. Шапка. Логотип. Есть, есть. Название есть, есть.
Описание. Что это такое? Вся палитра средств для здоровья полости рта. Это описание. А, описание стоматологический магазин. Контакты и прочие иконки поиск. Контакты. Обратный звонок. Обратный звонок не работает. Работает. Сделать главной страницей, да, страницу продукция для ромашки. Редирект надо сделать. А. Так, я вернулся. Так, а главное подключить пока ромашку. И все. Тоже сделать редирект. А потом, когда у меня информация будет, я их разведу. То есть мы еще пока один раздел законсервируем, скажем так. Возвращаемся. Шапкой все понятно. Лента видеороликов. 6 видеороликов есть. Вот они, 6 видеороликов. Лента продукты. Новые продукты. 6 акции. Новинки. Это на главной, да? Новинки, акции. Акции, 6 продуктов. Вход, внутренний раздел, корзина. У нас есть внутренний раздел еще для врача, между прочим. Здесь надо регистрироваться. Мы потом по это, в общем, отдельная история тоже. Это имеет смысл делать, но надо понимать, что вы будете в эту регистрацию размещать. В нашем случае, скорее всего, она будет нужна для того, чтобы видеть другие цены. Поэтому это имеет, конечно, смысл непосредственно. Вход внутренний раздел, бренды, иконочки, ссылки на страницы брендов. И в итоге мы в бренды добавили еще описание. Вот описание для брендов, мы их настроим. Модуль выбиралки для сортировки. Да, смотрите, о чем идет речь. В продукции мы захотели сделать вот такую сортировку быструю по продуктам. Вот я ищу спрей. Вот все, хлопаю, у меня тут вышел спрей. Но пока нет, я настрою, тогда все будет работать. Их можно даже по несколько добавлять. Можно добавлять ополаскиватель. Пасту. Вот паста вышла одна, видите? У нее 4 иконочки. Это товар по акции, хит-продаж. Бренды иконочки, модуль выбиралки работает. Витрина продуктов. Да, есть. Ну, естественно, да, витрина продуктов готова. Ее надо только... Вот TP у нас, допустим. Всю витрину мы собрали. У нас отображается разделами. Ну и при переходе внутрь. Или можно так искать быстрее. Можно изи пики найти так. То есть тут мы, ну, как бы можем заходить с разных мест вообще. Или мы можем изи пики попасть вот сюда. И они будут отсортированы. А дальше уже я перехожу на страницу продукта и читаю, что это такое. Смотрю его картинки. Вот этим все мы занимались 12 дней. Все это заливали. Смотрите ролики предыдущие. Там это очень подробно описано. Вот есть картинки, которые криво. Это все сейчас на вычистке сайта уже... Схема вся работает, она вся есть тоже. Все хорошо. Так. Новости, фото и видео. Новости и фото, видео. Новости есть. Примеры использования. Понятно. Это есть на самом деле. Фото, видео, это примеры использования. Навигация первого уровня. Навигация первого уровня. Продукция. Бренды, документы, инструкции. И мы тут пишем, что это. Там отдельный дизайн. Понятно. Потому что там продукция, там витрина нам нужна. Бренды, типовая страница. Страницы брендов 8 штук. Вот мне еще 8-й бренд какой-то надо добавить.
документы, типовая страница тоже. То есть, что такое типовая страница? Это картинки, текст. Вот я пришел к тому, что мне нужно конкретное содержание. Не надо там, допустим, 18 галерей, которые я могу самостоятельно вставлять в любые места в тексте. Мне нужно 18 текстовых полей. И чтобы они могли быть